селе Никольское по адресу улица Жукова произошел пожар. На площади 800 квадратных метров горели хозяйственные постройки и гаражи пятой степени огнестойкости. Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой, ветхими конструктивными элементами здания, сухой ветреной погодой, удаленностью водоисточника на расстоянии 1200 метров от места пожара от естественного водоема. В результате пожара жилые дома не пострадали. В тушении было задействовано 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Стекла полопали. Подтягиваем. Давай, сейчас он откроет.